Всем привет, мои хорошие! У нас сколько времени? Где-то первый час, наверное. Ровно час. Да, ровно прям. Сейчас Фатима пойдет за хлебом, и мы с Зулечкой будем завтракать, если нам дети позволят. Дети мило играли друг с другом там у себя в детской, но как услышали мамин голос. Так, надо быстро уматывать отсюда, быстро в магазин за хлебом, пока они меня не увидели. Это такое дело, знаете. Кто-нибудь из них захочет со мной пойти. А кто-нибудь, это будет оба. Так, уходим, уходим, уходим. Зуля, мы уходим с телефоном. Носки и тапочки. Да. Все, как я люблю. Я до конца не захлопываю дверь. Так, ой, лифт не буду вызывать на шестом этаже он. Куплю хлеба, ну, может, булочек каких-нибудь, не знаю. Хотя вряд ли в такое время еще булочки остались. Посмотрите на него, он бросает огурец оттуда. Он падает, ему интересен весь этот процесс, потерял. Сынуля! Ты на нем сидишь, под попочкой твоей. Зихра ест огурчик. Да, маминя? Без одной туфельки и носочка. Это все. Аслан ее раздел. Тяпа-тяпа-тясь. Тяпа-тяпа-тяпа-тясь. Тяпа-тясь. Всем привет, мои хорошие! Я хотела сегодня показать два платьюшка и рубашку, которую заказала на той же страничке в Инстаграм, где я брала свою зеленую тунику и бирюзового цвета спортивный костюм. Я залипла на ту страничку, как свободная минута есть, так там лазю, еще присмотрела себе там два пальто. Единственное, что меня смущает, это то, что они светлого цвета. И как бы сейчас с детишками мне немножко неудобно носить такие, но я думаю, меня это не остановит. Итак, я взяла платье свободного кроя, на мне размер S, представляете, это S-очка, вот она, S-очка, тут еще одна Фатима влезет при желании. Цвет, который сейчас в моде, здесь он называется цвет керамид, по-моему. Мне нравится этот цвет. Ой, не рассчитала. Мне нравится этот цвет. Платье плотное. Носить его осенью, вот сейчас прям и зимой. Сапогами хорошо будет смотреться. Сапоги на невысоком каблуке будут хорошо здесь смотреться. В принципе, и без каблука тоже будут смотреться хорошо. И с каблучком. В принципе, любая обувь здесь будет хорошо смотреться. Рукав полной длины. Спешу сказать, что это не реклама этой странички. Мне вещи не высланы на обзор. Это все я покупала на свои средства. Посылочку принесли домой, но дома нас не было в тот день. И мужу пришлось идти в отделение и забирать ее. Оплата производится при получении картой. Так-с. Сзади простенько, ничего абсолютно нет. Точно такой же, как и спереди. Мне очень нравится. Очень удобно гулять с детьми, выйти куда-то быстро-быстро, когда ты не знаешь, что на себя надеть. Такое бывает у нас у женщин очень часто. Очень удобно. Это стопроцентный хлопок. Вот. А сейчас покажу черное тоже. Черное платье тоже подобного же кроя, чуть покороче с капюшоном. Сейчас покажу. Мои хорошие, вот второе платье. Видите, да, фасон подобный же. Это тоже размер эсочка на мне. Здесь тоже вот плиссировка, но это не ткань, а что-то типа под кожу сделано. Ну, конечно, это не кожа, что-то такое похожее. Очень легко все разгладилось платье. Здесь капюшон. Я не любитель капюшонов, но как бы в этом платье я его оставила.
Он не бросается в глаза, тут нет таких вот ярких ляпистых элементов, чтобы еще и плюс к этому был бы капюшон. Платье простое, и единственная вот эта вот деталь, которая есть, это капюшон, как бы, поэтому он меня как-то не раздражает. Пусть будет, не бросается в глаза и не мешает, и сильно назад не тянет. Я почему не люблю капюшоны? Потому что очень сильно тянут вечно назад в основном эти капюшоны. При желании можно здесь завязать ленточка. Вот. У этого же платья рукав на мне не полной длины. Вот. Может, это модель такая, я не знаю. Но как бы это для меня не имеет значения в данном случае, потому что я буду закатывать рукава. Сзади все точно так же, как и спереди. Очень нравится, с кроссовками прям просто будет супер. Сейчас в моде у нас здесь в Турции крупные такие на толстой подошве кроссовки. Нужно будет приобрести себе одни из таких, потому что у меня подобных нет. Надо быть в тренде. Вот. И рубашка осталась. Рубашку я брала по скидке, по-моему. Цены не помню. Если не забуду, все напишу вам под видео обязательно. И оставлю ссылочку на страничку в Инстаграме, но это для жителей Турции только, для девочек, которые живут в Турции. Еще огромный плюс, который мне нравится на той страничке, модель, девушка, которая показывает эти вещи на себе, у нее рост 180 сантиметров. Да, насколько я помню. Ну, точно, она выше меня. Поэтому, как бы, я, глядя на нее, видя, как сидит на ней вещь, могу представить, как она сядет на мне. Что не будет короткое. Ладно, пойдем за рубашкой. Ну и вот последнее, что я приобрела, это вот эта вот рубашка, она свободная. Это размер S, да. В Турции в моде сейчас очень сильно модит, прям все оверсайз. Я надела под нее вот такую юбку, но она будет прекрасно смотреться с джинсиками, скинами. Очень хорошо будет смотреться, потому что прям просто очень-очень свободно. Да и вообще она и с брюками будет смотреться. Просто мне нравится она именно с этой юбочкой. Хорошо сочетается по цвету. Сюда просятся каблучки. Хотя бы небольшой, но маленький каблучок должен быть обязательно. А рубашка очень-очень тоненькая. Она прозрачная. У вас здесь будет просвечивать любой бюстгальтер. У меня телесного цвета. Такой маечный. И поэтому его не видно. А так она просвечивает. Видите, мои руки как просвечивают, видны. Если у вас есть что-то где-то лишнее, она предательски все покажет. Но мне она очень понравилась своей расцветкой и вот легкостью, своей нежностью. Не знаю, очень она мне нравится. А рукав можно застегнуть, подвернуть. Но есть одно но. Это ниточки. Ниточки. На этой рубашке много маленьких ниточек. Сейчас покажу, как она смотрится в выпущенном виде. Она очень свободная. Просто, по-моему, да, до 2XL размера спокойно. Вот видите, такая свободная она. Поэтому говорю, носить ее можно с брючками спокойно. Еще можно вот так вот завязать здесь, например. Часто в Турции мы ходим вот спереди, заправляем, а сзади нет. Так тоже здесь носится. Вариантов много, в принципе. Кому как нравится. Длина хорошая. Хорошая такая вот рубашечка. На лето. На лето даже сейчас ее можно спокойно носить. У нас все еще лето. Представляете? Ладно, закрываюсь, мои хорошие. Напишите, как вам мои обновки, понравились, не понравились. Но прежде чем писать, будьте очень корректны. Не нужно выражаться так, как будто вы последний день на этом свете живете. Bye-bye. Всем привет, мои хорошие. У нас утро. Утро в 11 часов. Я умылась. Сейчас буду наносить маску. Покажу, какую. AliExpress. Вот она. Холика-холика. Медовая маска.
Последнее время у меня, конечно, не получается наносить маски так часто, как раньше, но я стараюсь хотя бы раз в неделю обязательно нанести маску. Сейчас нанесем. Нанесла я масочку. Кто меня давно смотрит, знает, что я с масками на лице перед супругом не показываюсь. Это одна из немногих масок, с которой я могу показаться, потому что, видите, да, она чуть-чуть там какой-то желтый такой цвет дает, и все. Как бы не страшно, если вас муж увидит вот так вот с маской. Ну, у каждого свой бзик, у меня такой. Не показываться перед мужем маски для лица. Так, идем. Идем, 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 идем. Это штуки, подпорки для дверей. Аслан их не оставляет, все время вытаскивает. Такс, что делают мои котятки? Сейчас посмотрим. Вышла с ванной, обязательно за собой нужно дверь закрыть. Обязательно, потому что они прямым ходом заползают везде. Ну, порядки наводят. Вот. Зихра, как всегда, с пеленками разбирается. Сейчас мы будем завтракать. 11:20. Они поели в 9 часов смесь, проснулись в 9 часов, попили смесь, дальше уснули, и они проснулись где-то без 15:11. Сейчас я буду им готовить завтрак. Что у нас на завтрак? Так, у нас на завтрак здесь йогурт, домашний йогурт, творог. Перемешиваю. И сегодня из фруктов я буду добавлять малину. У меня была замороженная малина, есть еще. Это я ее так размораживаю, горячую воду поставила. Малину добавлю. Такс. И будет омлет из двух яиц. Все, это у нас будет завтрак. Потом они поиграют еще, наверное, полчаса или час от силы, попьют смесь. А, попьют витаминки свои обязательно. Эхинацея у нас последние пару дней приема. Мы их месяц принимаем, потом будем делать перерыв месяц. Витамин D3, витамин К2. И у нас еще вот такой рыбий жир, омега-2. ДХА. Все это у нас одна серия Child Life. Все это продается на этом iHerb. Я заказывала с iHerb, но последний раз уже купила в Махачкале в магазине. Там есть магазинчик. Я подписана на них в Инстаграме, если кто хочет найти. Полезная страничка называется. По-моему, подписана. Вот. Вот это все у нас утренние процедуры. Всем хорошего настроения.